Добрый день. Хотим показать вам лот номер. Какой это лот? 6. Бейсболки, палантины, мультибренд, Guess, Tommy Hilfiger, Джот. Такие самые крутые бренды. Лот всего лишь 9 единичек. Здесь у нас две бейсболки. Вот, в частности, перед этим мы смотрели. Это был Томми, это Джот. Трендовые модели. Одна панама. В каждом лоте одна панама. Она двухсторонняя. Это дорогой французский бренд. Так, ценник, смотрите, здесь какой. Наш ценник в 9 раз ниже. Не, наверное, меньше. Теперь переходим к платкам палантинам. Ну, во-первых, посмотрите, они все таких очень больших размеров. Так, вот это вот так вот лицо у нас будет. Далее, именно вот эти модели, которые мы сейчас вам показываем, это сток duty free. То есть сейчас эти все модели продаются во всех duty free планеты Земля. И цены на них, смотрите, какие. Большой такой. Эта модель тоже со знаком, с лого Guess. Очень красивая расцветка. А это, обратите внимание, лепестки и сердца, кто что видит. И лого выложено тоже из этих лепестков. Очень красивая модель. А эта расцветка прямо впечатляет. Здесь и милитари какой-то есть вот такой, да, принт. И горохи, и красивый лого. И последняя модель. Это Джот. Джот Бич. Это может быть использовано вместо полотенца на пляже. Так, я не вижу. То есть это идет такое... Не палантин, не шарф, а именно используется на пляже как подстилка. Большой размер, очень красивая вещь. Кстати, если вы будете покупать этот лот, и вам не нравится это, именно эта модель, у нас очень много есть желающих приобрести этот Джот Бич. Итак, мы сейчас посмотрели лот номер 6. Он может быть вашим. Он очень классный. Забирайте.